Копия спешит. Копия, а ты ведь... Слышь, Копия, ты куда побежал? Копия? Копия? А ты кушать-то хочешь, нет? Он рыжий-то, кстати, тут. И тут и рыжий, и Копия тут. Ты... Что-то то рыжий гоняет ее. Два злодея. А что-то рыжий сейчас на своей территории, кстати. Слышь? Там, в другом месте. Копия, иди сюда. Иду сюда. Тут и рыжий, кстати, тоже. Два злодея. Рыжий Копию гоняет. Рыжий. То она его, то он ее. То они вместе друг друга гоняют. Давай сюда, рыжий. Ты же главный у нас тут. Это его территория, да. Он тут себя гоняет. А это кто такой? Его территория. Если его территория, то... А вот и Копия вернулась. Копия. Голуби не нужны тут. Копия, иди сюда. Копия, ты вообще-то кушать хочешь, нет? Солнце, ты кушать ты хочешь? Негод, не хочу я кушать, злодейка. Орешек где-то возьму, да. И побежали. А Копия, она тут. Интересно, куда рыжий пошел? А голуби не нужны, да. Че, и все? Все разбежались? А я рыжий вижу, где он. Куда он убежал, а? Вот злодей. Как далеко он убежал? Он хочет в вазу, что ли, спрятать? Там ваза стоит. Это он... А, нет, он еще дальше, еще в более дальнюю вазу убежал. Ну надо же. Смотри, Копия там где-то бегает. А ворона видит, что рыжий прячет в вазе. Он сейчас в вазе сидит в этой. Рыжий злодей. И ведь не лень ему. Рыжий и Копия. Злодейская. А я ушел оттуда, все. Рыжий, иди сюда. А несет сюда. Да ладно. Из зверюги. Ты серьезно, что ли? Серьезно? Копия пришла. Ну да, даже. А тут кто-то еще кто-то бегает, кстати. Вот это я в шутку позвал вас. А вы пришли. Копия, злодейка. На тебе. Копия, иди сюда. Копия, иди сюда. На тебе шишечку. Хорошая какая. Уродил. А тут, кстати, и рыжий пришел тоже. Я тоже, говорит, здесь. Тоже давай мне шишечку. Какой мало. Не, ребята пришли. Вот я удивлен. А это кто такой? Ты кто такой, слышь? Иди сюда. Тоже шишечку. Какую шишечку? Орешек. Не, шишки есть, я принес вам шишки. Солнце. А ты возьмешь? У меня, говорит, руки заняты, я за дерево держусь. Чем брать-то? Ну-ка, иди сюда. А дерево, кстати, плохое. Кора скользкая у него. Она еще мокрая, неудобно им здесь. Вон как. Ты возьмешь солнце? Я, говорит, возьму, да. Ручонки, говорит, заняты, бля. И побежали, говорит, мы.
И побежим. Не, ну я удивлен, они прибежали. Из какой дали? Вот ребята молодцы какие. И пошел, побежал. Он говорит, не провожаете меня дорогу. Это, может, кстати, даже мальчик сейчас убежал. Все. Растворился в зарослях. Тут, кстати, синицы злые постоянно подлетают. Говорят, давай сюда, орехи. Какие ребята молодцы, а? Прибежали. Не, ну я шутку сказал, идите сюда. Нет, нет, прибежали. А какие шутки, когда разговор об орехах заходит? Ну-ка, злодеи. Давай.